Жара, июнь, Кубок Гагарина. Увидеть и прикоснуться очередь не прерывалась ни на секунду. А Эмиля Гарипова здесь сравнивают с живой легендой. Когда-то он бегал здесь еще совсем юный. И никто тогда не мог предположить, что добьется таких результатов в спорте. Еще несколько дней назад этот Кубок Гагарина был в самом сердце чешской Праги. Вот сейчас жители не только Арского района, но и всего Татарстана могут любоваться, а также фотографироваться рядом с этим трофеем. А планировался его приезд еще 10 лет назад именно на этой горе. В селе Средние Верези Эмиль Гарипов со своим отцом проводили ежедневные утренние тренировки. Эмилю вручили звание почетного жителя Арского района. А неофициальное звание народного любимчика он заслужил уже давно. Мы выиграли, и алхамдулиллах, то, что вот все так получилось. Я выполнил свое обещание, привез сюда кубок. Туда, где рос. Поэтому идея, не знаю, просто сама по себе так образовалась в голове. Что думал, куда повезти, что делать с кубком, и потом вот просто понял, что надо именно сюда. Пап, когда-нибудь, если я, говорит, выиграю, говорит, Кубок Гагарина, когда-нибудь, я, наверное, привезу сюда, говорит, в эту деревню. Я как-то не придал этому значения. Ну, я говорю, сынок, давай, говорю, побыстрее. Я говорю, дождь начинался. Дождь. Я говорю, давай, нам надо заканчивать. Я говорю, он говорит, ладно. Отец Эмиля Рамиль Гарипов, мастер спорта по борьбе кураж. И символично, что именно этот вид национального праздника стал гвоздем программы. На кону стоял автомобиль, а побороться за главный приз приехали лучшие борцы республики, в том числе чемпионы мира. Сейчас в хорошей форме, потому что готовился к чемпионату мира. Но у нас в Татарстане всегда борцы были сильнее всех, поэтому здесь будет потяжелее. Но сегодня борцы приезжают не только за какие-то призы. Они борются, что, во-первых, приехали сюда отдать дань уважения другу, семье Гариповым. И, конечно, будет сильнее борьба, потому что сейчас уже в других районах, городах нет, все сильнейшие борцы. Обладателем автомобиля стал тюличинский борец Раиль Нургалиев, а все гости Сабантуи еще долго не отпускали Эмиля Гарипова, пожелав привезти ему кубок и на следующий Сабантуй. Алмаз Гафиатов, Данил Филатов, ТНВ, Арский район.